Календарная весна вступила в свои права. Синоптики дали свой прогноз на первый месяц долгожданного времени года. По их данным, снег и метель на территории северного региона будут сохраняться в первой и второй декадах марта. До 11 числа днем и ночью все еще будет небольшой мороз. Во второй декаде после заката солнца столбики термометров покажут 20-25 градусов со знаком минус. Сильнее всего воздух начнет прогреваться к концу первого весеннего месяца. После 20 марта днем будет от 2 до 7 градусов тепла. На протяжении месяца часто ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В третьей декаде ожидаются дожди.